Здесь трубы. Видно, что иногда капает вода, и чтобы не попадало это все в шкаф, который здесь находится. Если будет протечка, не полилось сюда. Придумали вот такой вот из жести козырек. Вот так вставляется. И направляет воду туда вниз. Всем привет! Это канал Чайник на воле. С вами Константин. Сегодня я буду класть плитку. Здесь у меня фартуки не хватает, несколько плиток. Сюда я их положу. Раз, два, три и половинку вниз. Предварительно подготовил поверхность с помощью бетон-контакта, потому что она была гладкая. Решил подстраховаться. Кладу на плиточный клей. Немножко добавил пыла. Вот плитка. Немножко она слегка отличается. Ну что поделать. Зазоров в плитке нет. Поэтому вставлять ничего не будем. Стоит плиты, как я вижу. Так, попробую начать с середины, наверное. Вот с этой плитки. Чтобы было попроще. Раньше я плитку не клал, честно говоря, не знаю, как это делается. Не знаю, стену лучше мазать или поверхность плитки. Намажу поверхность плитки, потому что это чуть попроще будет. Специального спателя у меня нет, к сожалению. Мажу чем есть. Так, пробую. Вроде держится. Надеюсь, не отвалится, потому что запасной плитки у меня нет. Ну, продолжаю также. Посмотрим, что получится. Вот что у меня получилось. Положил плитку, как смог. Швы я промазал плиточным клеем, которые остались. Бока тоже промазал для надежности клеем. Чуть-чуть отличается по цвету. Ну и чуть-чуть она не сошлась в плоскости. Ну, ничего страшного. Учимся сами делать руками. До новых встреч. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да, еще, когда потер тряпкой, вот здесь, неожиданно для меня, стерся бетонный контакт. Влажные тряпки. Не знаю, если что, первый раз с ним имел дело. Но он стерся. Прошло дня 2-3 после нанесения.